дизайнерская марка Мария Рыбальченко. Победитель третьего всероссийского конкурса профессиональных дизайнеров Тессура Кутюр. Неоднократный участник Aesthet Fashion Week представляет коллекцию «Движение». В показе принимает участие ювелирные украшения бренда «Эскана». Bye.
Передайте наши искренние поздравления. Коллекция потрясающая. Сразу чувствуется эпоха 60-х, сразу эпоха ретро всплывает перед глазами. Расскажите, чем вы вдохновлялись, создавая такую коллекцию, и сколько времени было потрачено? Коллекция в себя включает несколько эпох. Я всегда следую направлению прошлого, сочетанию прошлого, настоящего и будущего. Поэтому здесь несколько времен, несколько столетий. И коллекцию мы начинаем делать за год постепенно. И примерно за полгода она набирает свои обороты. Мы уже понимаем, какое направление мы выбрали, какой стиль и на чем нужны нюансы. Скажите, а как было принято решение быть в тандеме с дизайнером обуви, который был представлен? Всегда хочется, чтобы стиль был единый, и когда мы сотрудничаем с маркой обуви, то они нам помогают полностью воплотить наше видение. Сделать, так сказать, образ законченным и полным, да? Скажите, а вот почему именно Estate Fashion Week, и планировали ли вы выставляться в гостином дворе и на Mercedes-Benz? На протяжении нескольких лет мы выбираем для себя более удобный путь развития. Иногда мы выбираем открытие нового магазина и пропускаем участие недели моды. Но сотрудничество с Test Fashion Week всегда нам помогает, поддерживает. И в этом году мы сотрудничали с ювелирным брендом Escada. И их украшения этого модного дома дополняли наши наряды. И последний вопрос, что бы вы могли пожелать нашим зрителям, нашим подписчикам? Всегда оставаться с собой, движением, чтобы было в жизни интересные моменты, и учиться на чужих ошибках. Спасибо большое.